Стоп, мистер Бигл, вы что, наш новый учитель по математике? Да, я ваш новый учитель по математике, вместо этого глупого Балди. Балди, не глупый, не надо обзываться, а ты просто мелкий червяк. Что происходит? Что это с водой? Кто это такой? Почему он такой багровный? Он уже вообще не маленький. Кто это вообще такой? Ну ты, червяк громадный. Так, Лера, быстро к доске. Я не понял, а ну решила мой пример 2 плюс 3. Ты сейчас серьезно? 2 плюс 3? Вообще-то там уже написан ответ 5, если ты не видишь. Ты что тут умничаешь? А ну гони мне яблочко. Вкусное яблочко. Твоя голова глупая. Я буду тебя учить сегодня. Сам ты глупый. Я вообще-то отличница по математике. Что ты вообще к моей голове прицепился? Что ты там нашел? Никто сегодня не уйдет из моей школы. Будете сдавать мне 10 экзаменов по математике. Мяу, если ты успеешь за 3 секунды поставить лайк и подписаться, то тебе подарят то, что ты хочешь. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Я извиняюсь, 10? Никто в здравом уме не задает детям 10 экзаменов в один день. Я надеюсь, это не в один день. Но он точно не хочет, чтобы мы сбежали отсюда. Мистер Виглс, что-то там написано, он не любит улыбаться. Конечно, не любит улыбаться. Вы видели его лицо? Он, блин, в мою голову чуть не залез один раз. Ладно, сегодня я играю с подписчиками. Если ты хочешь играть со мной в следующем видео, заходи в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Мы там играем все вместе. Итак, нам нужно срочно сбежать от этого какого-то мистера Виглса странного. Что там такое? Так, тут написано по стрелочкам, куда идти. Мы, конечно же, пойдем по стрелочкам, потому что мы не ку-ку. Я, кстати, купила тут двойной прыжок, потому что тут написано, если к тебе зайдет 10 друзей, то ты можешь как бы купить двойной прыжок. Тебе его бесплатно дадут. Ко мне зашли 11. Я просто всех очень люблю, всех очень ждала. Но я купила тут, конечно, двойной прыжок. Не совсем удобно, если вы у меня спросите. Это не совсем удобно. Я постоянно прыгаю, башкой об потолок бьюсь. Так можно вообще в дурочку попасть, потому что мозгов не будет уже. Так, ладно, проходим вентиля. Я подумала, что я вентиляцию не смогу пройти. Be careful, мистер Виглс, что там? Мистер Виглс! Не умный! А почему Балди уволили? Ты что, его вообще пошел и выкинул с работы? Балди намного умнее тебя, ты уже, блин, спрашиваешь, сколько будет 2 плюс 3, когда все знают, что это будет 23, дальше что это будет 5, но если бы он подумал, что это 23, я бы с него соржала и уволила бы его сразу со школы. Так, ладно, а куда нам, а почему тут 2? Поехали биться башкой, мы же так любим биться башкой. Так, ладно. Вы хотите? Да, хотим. Я не знаю, куда мы хотим, но давай, Лера, у тебя получится, мы в тебя верим. А как избавиться от этого прыжка, пожалуйста, можно мне сказать? Пойдем, окей, я иду. Так, это неудобно с двойным прыжком, это вообще неудобно, постоянно башкой о потолок бьешься. Ого. Ого. Я извиняюсь, женщина! Я школьный талисман, но приношу удачу только учителям. Нечестно, это нечестно. Ты должна приносить удачу еще нам. Потому что нечестно, ты только им приносишь удачу. Пофиг. Ладно, тогда можно тебя вообще в школе не быть. Зачем приносить удачу учителям? У них и так все нормально. Это нам нужна удача на этих 10 экзаменов, которые вон там у нас были. Кстати, где этот мистер Вигли? Виглс. Может, пошел в туалет куда-то. Ладно, проходим по этим бревнышкам, как быстро очень. Что за радуга? Радуга, поехали. Где мы? Что с этим классом не так? Мистер Виглс, а откуда вы пришли? Вы никто не знаете математику, не знаете элементарных примеров, поэтому будете сегодня решать мои примеры. 2 плюс 3? Знаю, 5. Короче, слушай ты, мистер Виглс, мы знаем математику получше тебя. Там написано, что ты очень умный, но я этому не верю. Потому что
ты у меня спрашиваешь, сколько будет 2 плюс 3, значит, ты сам не знаешь, сколько это будет. Вот так. А что это такое? Что за скрытый бич какой-то? Окей. Привет, мистер Вигглс. Кстати, у меня к тебе есть вопрос. Сколько будет 5 умножить на 5? Не знаешь? Говорю, что он не знает. Итак, ладно, поехали. Что тут за карандаши? Мы в школе. Почему? Что это там такое? Время на ПИ. А, короче, время физры. Время физры вместе с математикой. Ты это себе как представляешь в своей башке, которая думать не умеет? А, он, наверное, так много всем в голову вот так вот бился, в башку и все голову, что мозгов ноль осталось. Все, я тебя понял, мистер Вигглс. Может, тебя там, не знаю, сводить к кому-нибудь. Я не знаю, может, тебя с психологу сводить. Или к тому человеку, кто тебе может перенести мозги. Как тебе такое предложение? Как вам такое? Ладно, прыгаем в какие-то яблочки. Это... Я извиняюсь, вы видите этот следующий левел? Мне кажется, там червяки поломали... Да, они поломали пол. А так, ладно, нам нужно срочно прыгать по этим каким-то странным... Это ж вообще что? Я думала... Это карандаши, но это не похоже на карандаши, это больше похоже на ластик. Валерий и друзья, куда это вы собрались из моей школы? Хотите уйти? Мы хотим уйти, да, спасибо, что спросил. Мы очень хотим отсюда уйти, потому что у тебя математика, блин, на низком уровне. Да, поэтому мы решили свалить, как тебе такое. Вау. Я была на волосочке смерти, ну ладно. Валя, быстрее, пока он не вылез там со своей канализацией этой. Хватит бить своими щупальцами по полу, мы поняли, что ты злишься. О, господи. Надеюсь, он никого не прибьет, потому что будет грустно. Не хочу еще потерять своих... Мне дали бейдж. А за что мне бейдж дали? За то, что я прошла? Прибивающие какие-то... Щупальцы? Что это такое? Только... Это ножички? Это ножички, которые пытаются разрезать... я понял, это ножницы. Это ножницы, которые пытаются разрезать линейку. Мило. Ладно. Идемте со мной, мои друзьяшки. Когда-нибудь мы сбежим от этого мистера Вигглса. Что это такое? Я извиняюсь. Ты что, не один? Сейчас необходимо позволить играть в игру. В игру? Какую нафиг игру? Там же было много каких-то странных вещей. Что это такое? Треугольник. Мы что, серьезно будем играть в геометрические фигуры? О, господи. Я чувствую себя в каком-то, не знаю, первом классе. Пойдите, найдите фигурки и потом соберите их все вместе. Либо из этого треугольника мы должны будем сложить журавлик. Как вам такое? Урок оригами. Все. Ластики, шестереночки, домики. А что домики? Ничего нету. Где другие фигуры? Господи, что это такое? Решить своим фигурам здесь. А, пирамида. Так... Этот мистер Вигглс даже не знает, как называется фигура. Он подумал, что это треугольник. Это же пирамида. Треугольник это и пирамида это две разные вещи. Пирамида, она 3D-шная, а треугольник, он 2D, он плоский. Все, увольняйте его. Вот тебе, мистер Вигглс, первая дорога туда. Либо это перевод какой-то странный, потому что, может быть, где-то этот треугольник. О, радужка. Пойдем-ка. В какой жопе я? Почему я на какой-то странной пирамиде? Ладно, окей. Мы вас поняли. Я уже... Это не школа, это первый класс. Мистер Вигглс, нафига ты нас запихнул в первый класс? Я не в первом классе. Я уже в средней школе. Hello. Угу. Поэтому спасибо не надо. Yes, я скоро уже в следующий класс пойду. А ты, блин... Пожалуйста, скажите мистер Вигглс.
Только не говорите, что мне надо будет к нему опять вернуться. Нет, спасибо. Знаете что? Я, пожалуй, лучше помру. О! Ты починил факты! Ты что, не видишь, какой я милый преподаватель? Вы все двоечники! Ты не милый и не умный. Как тебе такое? О! Что ты... О, господи, я даже могу это отвечать просто быстро. Это будет два... Потом что тут? Где учатся дети? Дети! Господи, что за нафиг? Так, ладно, давай отвечаем. Мы больше не... Да, вы шо, наконец-то! Я не буду в первом классе! Спасибо! Спасибо вам, дорогой преподаватель! Не умный, не красивый, не милый. Ну, конечно, надо упасть в дырку в поле. Пока. В поле. Стрелочки показывают идти туда. Да! Туда! На вашу верную смерть! Адьос! Поехали. Стрелочки, попрыгаем по стрелочкам. Стрелочки. Что это за лифты у вас тут? На меня! Сейчас на меня! Сейчас слишком много учебников и слишком много домашних работ. Нет, 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 спасибо, не надо. Я же уже не ребенок! Отправьте меня там, не знаю, в класс так пятый. Пожалуйста. Я буду рада! Я и прошла уже всю программу пятого класса. Пофигу. Мне просто пофиг. Ну, ладно, там, в класс восьмой, не знаю там. Я не знаю. Давайте мне в 12 уже сразу. Нет, в колледж. Как вам такое? Ладно, проходим. Телики. Телики. Можно посмотреть Валеришку, давайте. Почему? Зачем мне стрелочки? Чтобы я не заблудилась, потому что они точно знают, что я заблужусь. Часы? О, нет, только не опять эти... Опять эти какие-то осьминоги, блин, вылезают со своими щупальцами и пытаются меня по башке вот так треснуть, чтобы я вообще мозгов не осталась уже. Спасибо вам. Я вам очень благодарна, мистер Биглс, за то, что вы пытаетесь меня... Но... О, господи, я была на волоске от смерти. Я чуть не померла. Не померла. Надо быстрее бежать, пока он своими опять щупальцами не сделал так. И все. И Леры нет. Потому что он сделал так. И хана Леры. Давайте быстрее, давай. Все, мы проходим просто на изи. Конечно, я не умерла ни один раз. Да. Ну, вы видели. Я ни один раз не подохла. Как открыть эту калитку? О, давайте, давайте. Что это за пьедестал у нас такой? Мистер Фидлс? Мистер Вигглс? Хеллоу? О, господи! Почему ты такой громадный? Ты думала, я такой милый учитель и глупый, и смогу вас всех отпустить? Нет, тебя ждет нерешаемый пример. Нерешаемый пример? Нам нужно его решить, даже если он нерешаемый. Ты же не знаешь, у меня там калькулятор есть. Но мне нужно срочно его уничтожить. Ты больше не милый. И ты громадный. Опять надо смотреть, когда он будет вылезать. О, господи. Лера, мы верим в себя, верим в тебя, верим во всех. Почему он такой огромный? Знаешь что? Я думала, ты был поменьше, если что. Валим. Я у него только чуть-чуть хп отняла. А он меня вот так вот сделал. Бляп! И все. И все. И Леры больше нету, и никто Леры не помнит. На тебе в глаза! Слепни, о чудище лесное! Ах ты, чудище морское, лесное и морское. Морское. Давай! Убейся! Что там? Лера, это было вообще... Он что, меня прибил? О, господи. Опять эта касцена 50 раз. О, господи. Мистер Вигглс, я поняла, что вы громадный и тупой осьминог. Но зачем вы там мне говорите 50 раз? Я даже боюсь представить, какой нерешаемый пример вы мне подготовили. Я же у него так много энергии отобрала. Жена. Все, я просто вас стреляю, у вас даже нет шансов. Я помираю. Вы точно помираете. А знаете, кто еще будет помирать? Все, нужно сделать победный танец. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потанцевали и хватит.
Теперь бежим отсюда нафиг. А, это другой левел. Ребятушки, там горка какая-то. Ага, это его щупальца лежат вот так вот как-то странно. В странной позиции. Ладно, давайте, а что там такое? Кубок, красный шарик, сфера, смерть. Смерть? А нафига? А, это... Я не угадала ни один раз. Это все это время была кнопка, но... Да! Знаете, я думала, что это кнопка, я всегда знала, что это кнопка. Я просто вам не хотела говорить. Да, я думала, это какая-то сфера красная. Ладно, что это такое? А, это класс рисования! Увидимся в следующей части, уроке. Год, месяц, лет. Ладно. Перепрыгиваем через это, потому что кто любит ходить под дощечком? Не я! Итак, поехали. Кубики какие-то, бокс. О нет, сейчас мой двойной прыжок будет вообще не нужен. Как я в это, блин... Давай, Лера. Лера, я в тебя верю, у тебя получится пройти. Фух. Двойной прыжок, как вы видите, не особо удобная вещь. Можешь тебя в потолок чуть-чуть ударить. Что там за звуки происходят? Ау. А, не-не-не-не, я пошутила. Я школьный талисман. Сама ты, блин, талисман. Никакой ты не талисман. Все еще... Она за мной бежала, потом остановилась и перестала бежать. Нафиг. Кто любит проходить по дощечкам и тратить время? Не я, не я. Откуда она? Я извиняюсь. Это, все это время эта стена могла открываться? Окей. Ну давай быстрее, пока это талисман не догнала меня. А может, а все еще меня будет догонять, если я спущусь сюда? Hello, талисман, ты жива там? Нет, видать не будет. О, господи, я подумала, там какое-то бомбардирование происходит. Это фейерверк. Это всего лишь фейерверк. Если хочешь поиграть со мной в следующем видео, заходи в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Жду тебя там. Увидимся в следующем видео. Пока.